Здравствуйте, Дмитрий. Это видео про ваш переходничок. Вот, смотрите. Переходник с одуванчиком. Сейчас я его вставлю в камеру, покажу вам. По красной точке, как обычно, вставляем. И вот он, специальный ключ. То есть руками просто так вы его не повернете. Специальным ключом до защелкивания. Вот. А потом накручиваете объектив. Потом уже, когда с объективом, вы его сможете одевать и снимать без помощи ключа. Я запрограммировал фокус на 300 мм, диафрагму 4,5 и время задержки входа в режим программирования 1 секунда. Таким же образом в обратную сторону я его снимаю. Вынимаю. Закрываю крышечкой. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.